Балашиха, микрорайон имени Дзержинского, Московская область. И сейчас помчимся во Владимир. Самый старший у нас. Ну, я не знаю, я позвонил Алику, он говорит, идите сюда, мы идем к нему. Иди на мою сторону. Будем кушать барана. Так, нам туда, да? Кому ты? Здравствуйте. Вот ты же съемки идут, да? Да. Здравствуйте. Это Виктория. Виктория, вот землячка. Мы уже виделись. Здравствуйте. Олег. А где идиот? А мы с вами напротив. Идиот, да, напротив. Идиот, да? Идиот? Идиот или идиот? Идиот, он сопротивляется. Только солнечный зайчик. Какой ты красивый. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней.
посмотрела почти все кино, кроме сегодняшнего фильма, потому что он действительно свежий, вот это свежий. А в каждом фильме присутствует звезды. Или это женщина, вот, фильм «Анастасия», которая или ребенок, который там из времени в время кочует, и все проблемы, то есть герой, который решает проблемы на своем уровне, живет в нашем времени, который помогает и